В июле этого года у нас состоялся очень интересный поход на озеро Шумское. Это озеро расположено в междуречье Кежинца и Ветлуги. Главная цель похода – это посещение этого озера, а также рыбалка на других труднодоступных лесных озерах – на озере Безрыбном и озере Красном. В итоге все цели и задачи были выполнены. Мы побывали на озере Шумском. К этому озеру не так-то просто подойти. Примерно метров за 400 начинаются завалы. А также следует учитывать, что это озеро находится полностью в болоте, так что ж берега практически никакого нет. Это озеро небольших размеров, но его можно назвать уникальным, так как глубина в нем 35 метров. Оно самое глубокое среди Камско-Бакалдинских озер. А также в ходе этого похода мы выяснили, то, что озеро Безрыбное на самом деле никакое не безрыбное, а рыба там есть. То же самое следует сказать и про озеро Красное. Рыба там тоже поклевывает. С погодой в этом походе нам очень везло. Практически все время было солнце. Также в это время шел грибной слой. Поэтому корзинку грибов мы с собой увезли. Сегодня 17 июля, и у нас начинается очередной поход в Камско-Бакалдинские болота, то есть в междуречье Кежинца и Ветлуги. Главная цель похода – это посещение труднодоступного озера Шумское. Наш маршрут будет проходить по стандартному плану через озеро Безрыбное, только в этот раз мы на нем будем рыбачить. А также мы порыбачим на озере Красное. А что касается нашей главной цели – озера Шумского, то информации про него практически никакой не было. Также не было известно, есть ли к нему нормальные подходы и есть ли там рыба. В 20 часов 50 минут мы вышли из поселка Кузьмияр и будем держать путь к озеру Безрыбное. До него идти около 8 километров. Это примерно 2 часа пути с остановками. В принципе, все ничего. По этой дороге мы ходили уже несколько раз, и никаких неожиданностей на ней быть не должно. Самое трудное и необычное для нас – это ночной переход к этому озеру. В начале пути около Кузьмияра попадаются лужи, но дальше на этой дороге становится больше песка, и луж практически не встречается. В 9 часов 55 минут мы устроили небольшой перерыв. Мы прошли уже 5 километров и 200 метров. Идем ровно 1 час. В 22 часа 50 минут мы подошли к озеру Безрыбное. Итого за 2 часа мы прошли 7 километров 750 метров. Там мы поставили палатку, попили чаю и улеглись спать. Наступило утро следующего дня. Ночью спалось хорошо. Нас никто не тревожил, и в спальнике было тепло. Я проснулся примерно в 4 утра. На озере стоит туман. Выглядит все это очень таинственно. Озеро Безрыбное находится в Нижегородской области. Размеры озера 350 на 300 метров. То есть озеро почти круглой формы. Вокруг озера расположено Шумское болото. Примерно в километре от озера протекает река Дорогуча. На озере точно имеется 3 стоянки. Наша стоянка, на которой мы сейчас находимся, выглядит неплохо. На ней имеется столик и скамейки, а также здесь удобный подход к воде, для того, чтобы спустить лодку или набрать воды. Вода в озере чистая, но перед употреблением ее надо прокипятить. Также поблизости можно насобирать листья брусники или черники для чая, а если повезет, то и сами ягоды. А наша задача на этом озере – это проверить его на наличие рыбы. Действительно ли оно безрыбное, или рыба там все-таки есть?
5 часов 40 минут мы начали рыбалку, а туман над водой все еще держится. Первые забросы начали делать рядом с берегом, но рыба пока себя никак не проявляет. Вот клюнул первый окунечек на Blue Fox и был подсажен твистер. В общем, поклевка произошла прямо перед лодкой, он буквально в 2 метрах. Рыбачу, наверное, уже минут 20. И вот только первая поклевка. Окунек, в принципе, неплохой. Такой грамм, наверное, 100 может. Может, чуть больше. В общем, продолжаем рыбачить дальше. Вот так. Второй окунек. Как, Хер, приятно? Первая блесна опробована. И вот буквально сразу попался второй окунь, примерно таких же размеров. Рыболовный азарт стал нарастать. Но вслед за этим окунем больше поклевок не последовало, и мы решили поподробнее изучить еще одну стоянку на этом озере, тем более, что мы на ней еще не были. Так, вот мы высадились на вот этой стоянке, которую я показывал. Вот так вот она выглядит. Достаточно неплохо. Все устроено тут. Я даже сказал, интересно все тут устроено. Специальный навес, наверное, под ним ночевали. Да и просто можно под ним сидеть. Меньше дождик будет заливать. Также стоит столик, кострище и вот такая скамеечка. Все, в принципе, неплохо. Добротная стоянка. Вот тут видно то, что собирали грибы. Червивые грибы тут оставили. Значит, гриб вовсю идет. Мы, наверное, тоже попробуем сегодня поискать грибы. Сварим грибной супчик тогда. В общем, добротный вот этот вот навесик такой. Затем мы продолжили рыбалку, но поклевок больше не было. Кстати, если говорить о глубине озера, то она, судя по данным из интернета, достигает 13 метров. Если честно, то непонятно, почему озеро называется безрыбное, ведь рыба-то тут поклевывает. Думаю, ответ на этот вопрос знают лишь местные жители. Ну а мы с двумя окунями возвращаемся в лагерь. Там перекусываем, собираемся и будем выдвигаться к следующему озеру. В 12 часов 40 минут мы начинаем выходить со стоянки на озере Безрыбное.
и будем держать путь к озеру Шумское. Оно находится чуть юго-восточнее. Про это озеро известно очень немного. В интернете можно вычитать следующую информацию. Озеро Шумское. Имеет размеры 500 на 400 метров. Берега заболочены. Озеро лежит между Шумским и Дедушкиным болотом, а глубина составляет 35 метров. Что поистине уникально. Мне, как туристу и рыбаку, очень интересно узнать, а есть ли там рыба. Если учесть, что прямых подходов к озеру нет, и оно окружено болотом и очень труднодоступно, то можно предположить, что рыба там должна быть. Сейчас мы идем по хорошо накатанной лесной дороге. Лес здесь очень красивый, а также в некоторых местах здесь целые поля мха. Также нам попадается очень много грибов. Они растут прямо рядом с дорогой. Так что сегодня у нас будет на обед грибной супчик. А очень скоро мы должны будем выйти к развилке. 13 часов. Вот мы вышли на развилку. Вот одна дорога идет налево, а мы идем направо. Налево нам не надо. И вот на этой дороге очень скоро, судя по спутниковым снимкам, должна быть развилка налево. Но на карте этой дороги нету. Так что будем смотреть осветление налево. Так дорога хорошая, встречается много грибов. Вот собрали несколько белых, подберезовики также стоят, но мы их не берем, берем только белые. Через 10 минут мы вышли к следующей развилке и будем поворачивать налево. Теперь мы пойдем по второстепенной дороге, которая проложена примерно в 2 километрах севернее озера Шумское. Эта дорога уже не песочная, а состоит из твердого грунта. В обе стороны от дороги красивые заросли мха. Мы продолжаем двигаться дальше по этой дороге, в надежде, что где-то будет ответвление на юг. Продолжаем двигаться. Идем пока как-то на север. А нам надо уже на юго-восток. О, какие грибы прям, хороший белый. Комаров что-то много появилось. Надо, чтобы сейчас эта дорога поворачивала направо. Но на самом деле эта дорога к озеру не подходит, а идет севернее его примерно на 2 километра. Но тогда мы об этом не знали и надеялись найти развилку направо. Еще немножко пройдя вперед, мы оставили рюкзаки на обочине и пошли в разведку без них. Пройдя буквально метров 300, мы встретили УАЗик. В УАЗике были местные жители из поселка Кузьмияр. Водитель нам сказал, что эта дорога ведет к Дорогуче, а к Шумскому надо было идти по другой дороге. На развилке, где мы повернули налево, надо было идти прямо, а вот на следующий поворачивать налево. Но ни на картах, ни в навигаторе этой дороги нету. И чтобы сейчас выйти к Шумскому, надо отойти назад до квартального столба, и там будет просека на юг, к озеру. А также водитель нам дал ценную информацию, что в Шумском озере ловится только некрупная щука. А вот озеро Красное, на котором я уже был несколько раз, более богато и разнообразно рыбой. Там ловится щука, окунь, лещ, ясь, налим и карась. А также нам рассказали про озеро Большое Платово, что там водится крупная рыба, щука и окунь. И это неудивительно, ведь это самое большое естественное озеро в Нижегородской области. И с его северной стороны есть избушка.
Пройдя немного назад, мы увидели этот квартальный столб, но просеки никакой не видно. От этого столба мы пошли на юг. Углубившись метров на 50 в лес от дороги, мы оставили рюкзаки и налегке идем к озеру. Первые 100 метров идется хорошо, завалов никаких нет. А вот дальше начала появляться трава. А это верный признак присутствия воды, а скорее всего болота. Да, так все и оказалось. Сначала появилась вода, а уже затем настоящее клюквенное болото с характерным запахом багульника болотного. Это одна из его особенностей, специфический и ни с чем не сравнимый, тяжелый и одурманивающий запах. Этот запах хорошо ощущается в первые минуты пребывания на болоте. А вообще багульник – это ядовитое растение из семейства вересковых. Его еще называют лесным розмарином, багуном душистым или головоломом. Само растение из себя представляет вечно зеленый кустарник. Багульник применяют в медицине. Для этого собирают растения во время цветения, срезая ветки в той части, где начинаются листья, и при этом их связывают в пучки, подвешивая на чердаках. Заготавливают однолетние или двухлетние облиственные ветки в период отцветания. С лечебной целью используют облиственные побеги текущего года, длиной до 10 см, которые собирают во время цветения. Но лучше в августе или сентябре, когда они полностью розовеют. Сушат в сушилках при температуре до 35 градусов или в тени под навесом, рассыпав слоем около 10 сантиметров. Багульником лечат домашних животных и скотину. Например, коровам дают отвар растения при вздутии, а лошадям после опоя или при коликах. При ревматизме делают мазь из багульника. Для этого необходимо одна часть мелко порезанного цветущего багульника и одна часть мелко порезанного корня черемицы. Смешивают с тремя частями растопленного свиного жира. Все это ставят на 12 часов в теплую печь или духовку, но это нельзя доводить до кипения. Затем вынимают, процеживают в банку и завязывают бумагой. Эту же мазь можно применять при чесотке или вшивости. Также из багульника делают чай. Для этого надо взять 2 столовые ложки сухих молотых листьев багульника и настаивать в кипятке 10 минут. Применяют по полстакана в день. Главное с багульником не переборщить и помнить, что это ядовитое растение. А мы продолжаем держать путь к озеру. Надо сказать, что идти по незахламленному лесу, конечно, намного проще, чем по клюквенному болоту, по которому мы сейчас идем. Но если это болото сравнить с завалами после пожара или бурелома, то тут идти необычайно легко и, что самое главное, быстро. В этом болоте, кроме багульника, встречается много клюквы, но она еще вся зеленая. Вот если сюда прийти в сентябре, то ее можно насобирать очень много. Thank you.
После того, как клюквенное болото закончилось и появилась сухая земля, начались заросли вкусной и очень крупной черники. Немножко подкрепившись ей, мы продолжаем свой путь. Затем мы прошли одну лесную дорогу и через 50 метров вышли к еще одной дороге. Видно, что эта дорога достаточно хорошая, и, возможно, именно про нее говорил водитель УАЗика. Пройдя 100 метров по этой дороге, мы все-таки сворачиваем на юг и будем продолжать двигаться по бездорожью. С этой дороги уже стало видно, что впереди нас ожидают приключения, так как там виднелся горельник и были завалы. 15:40. В общем, мы с этой дороги практически сразу же свернули все-таки направо. Что-то эта дорога, кажется, идет в обход озера, тут еще 300 метров. Но идти так более-менее нормально. Травы вот много. Но не чувствуется, что тут болото. Просто такие небольшие завалы. Вот за 100 метров до озера начались завалы. Время 15:46. Вон уже озеро видно. Да, с рюкзаками сейчас тут было бы потрудней. Вот так вот я прохожу сейчас. Приходится балансировать, еще снимать. Это очень опасно. Да, идти тут, конечно, трудновато сейчас. Вот такой подход к озеру Шумское. В 15:50 мы подошли к озеру и сразу на макушке высокого дерева увидели гнездо птицы. А само озеро овальной формы. Нормального захода в воду с этой стороны нет в принципе. И самое удивительное, что глубина этого небольшого озера достигает 35 метров. Это самое глубокое озеро в Камско-Бакалдинских болотах. Через несколько минут на горизонте показался хозяин этого гнезда. Видимо, почуяв какую-то угрозу от нас, он начал над нами кружиться. Но никаких атак в нашу сторону он не делал. Несколько минут мы стояли и смотрели, как он летает. И после этого мы выдвинулись в обратный путь к нашим рюкзакам.
Назад идем тем же путем, каким и пришли сюда. Сначала мы преодолеваем завалы, потом болото, а затем идем по лесу к нашим вещам. Время 16 часов 50 минут, и мы идем по болоту. Уже чувствуется усталость. Все-таки по нему много ходить очень трудно. И вскоре мы доходим до наших вещей и немножко там отдыхаем. После отдыха мы отправляемся к озеру Красное, то есть уже к третьему озеру в походе. Там мы рассчитываем очень неплохо порыбачить. Наш путь сейчас будет лежать по той же дороге, по которой мы шли сюда. Только на одной из развилок нам не надо будет поворачивать налево и идти к озеру Безрыбному. В этом месте мы пойдем прямо к реке Дорогуча и далее по известной нам дороге к озеру Красное. Время 18 часов ровно. Вот подходим к Дорогуче. И вот мост через Дорогучу. Очень интересно узнать, в каком Дорогуче сейчас состоянии. Опа. О! Заяц убежал сейчас. Вот так вот с обратной стороны выглядит мост через реку Дорогуча. Да, весной все было затоплено. В 18 часов 10 минут мы подошли к развилке на озеро Красное. Минут 5 мы здесь отдыхаем и идем дальше. Затем с основной дороги мы сворачиваем налево, на второстепенную дорогу, и двигаемся по ней до пересечения с другой основной дорогой. Эта второстепенная дорога очень хорошего качества, грунт на ней твердый, и идется здесь очень легко. В 18 часов 50 минут мы вышли на основную дорогу, которая подходит к озеру. До стоянки с беседкой остается идти метров 150, и уже отсюда видно, что там кто-то есть. Поэтому мы проходим чуть дальше, выбираем место для стоянки рядом с озером и начинаем разбивать лагерь. В 20 часов 40 минут мы отправились на рыбалку. Солнце уже почти ушло за горизонт. Сначала мы начали облавливать свал около лагеря. Там у меня случилось две поклевки, но рыба так и не попалась. А минут через 20 безрезультатной рыбалки мы отправились на противоположный берег. Но там мы тоже ничего не поймали, и после этого мы отправились в лагерь.
После того, как мы закончили рыбалку, мы, естественно, попили чайку и посидели перед сном у костра. Сегодня у нас получился очень интересный день. Мы порыбачили на двух лесных озерах, а также увидели для себя новое лесное озеро – Шумское. Наступило утро следующего дня. На озере Красное стоит отличная погода. Озеро лежит между Камским и Рябининским болотом. Питание озера болотное, поэтому у него красноватый оттенок воды, что и дало название озеру. А глубина этого озера достигает 29 метров. По заявлению местного жителя, здесь водится не только щука и окунь, но еще и ясь, лещ, карась и налим. Сейчас 8 утра. Мы попьем чай и будем собираться на рыбалку. Вчерашняя вечерняя рыбалка принесла 2 поклевки, но реализовать их не удалось. Сначала мы начали облавливать прибрежный свал около нашего лагеря, где, собственно, вчера у меня и были поклевки. Но это было вчера. А сегодня здесь полная тишина. Немножко побросав блесна, мы отправились на противоположный берег. И вот там результат не заставил себя долго ждать. Второй затос и вторая поклевка и первый окунь. Вот такой красивый. Сейчас приехали на противоположный берег от нашего лагеря. Такие заросли травы. И вот рядом с этими зарослями клюет окунек. Неплохой. Будем продолжать. К 9 часам 15 минутам удалось поймать 2 окуня, а вот поклевок было штук 7. Так что ж надо сказать, что рыба здесь есть. К 10:30 мы поймали 3 окуня, но поклевок уже не было давно. В основном все поклевки были до 9:30. Радует хотя бы то, что удалось поймать 3 окуня. Сегодня мы сварим уху.
Примерно в 10:30 я начал делать уху. В принципе, здесь процедура стандартная, хотя каждый может готовить по-своему. Отличия будут невелики. А мой рецепт ухи следующий. Берем котелок воды и ставим его на огонь. Затем нарезаем картошку, морковку и кладем лук. А также все это дело перчим и солим по вкусу. При этом можно добавить лавровый лист. Теперь мы периодически все это мешаем и ждем, чтобы картошка разварилась. Также нам необходимо почистить и распотрошить рыбу. С окуня я чешую не счищаю. После того, как все сделано и картошка разварилась, можно класть рыбу. Рыба варится буквально 5 минут, и все готово. Блюдо можно подавать к столу. В 14:35 мы вышли со стоянки и начали двигаться в поселок Кузьмияр. Назад мы идем по той же дороге, что и шли сюда. Всего за поход мы прошли 24 километра и 200 метров. Через 10 минут мы вышли на второстепенную дорогу и услышали, что сзади кто-то едет. А мы движемся дальше. Рядом с дорогой растет черника, и мы иногда останавливаемся полакомиться этой вкусной ягодой. Черника растет практически во всей северной части России. Она растет в хвойных лесах. Это теневая ягода, которая предпочитает хорошо увлажненные почвы. Также на этой дороге встречается много грибов. Попадаются и белые, и подберезовики. Белый гриб считается царем леса. Он имеет внушительные размеры, толстую ножку и мясистую шляпку. Благодаря своим высоким питательным свойствам и, конечно, отменному аромату, блюда из белых грибов всегда были дорогими и праздничными. Белый гриб растет в самых разных лесах. Среди хвойных и лиственных деревьев он предпочитает соседство с березой, дубом, сосной или елью. Наилучшая температура для роста белых грибов – это плюс 15, плюс 18 градусов летом и плюс 8, плюс 10 в начале осени. Благоприятные условия – это умеренно сухая погода, без затяжных дождей и отсутствие резких перепадов температур. Белые грибы любят кратковременные грозы и теплые туманные ночи. Гриб любит расти на хорошо освещенных и прогретых солнцем полянах, а также на брошенных дорогах. Либо на дорогах, где очень редко ездят, хотя иногда может расти и в тени густых крон деревьев. Мы тем временем вышли с второстепенной дороги, но уже хорошо накатанную лесную дорогу, и держим путь к развилке с табличкой «Озеро Красное». В 15:25 мы туда дошли, и теперь идем к реке Дорогуче. Река Дорогуча в одном месте очень близко подходит к этой дороге, и вот как она здесь выглядит. В принципе, плыть по ней здесь можно, но при таком уровне воды это будет проблематично, так как видно, что в некоторых местах торчат коряги. Все-таки Дорогуча летом мало подходит для сплава. Это небольшая лесная речка, в русле которой встречаются множество коряг. Совсем другое дело в половодье. Река становится большой, широкой и быстрой. Некоторые коряги скрываются под водой. И эта вода несет тебя порядка 90 километров, петляя по Заволжскому лесному краю, по ненаселенной территории. Так как на реке совсем нет населенных пунктов.
16 часов 20 минут мы прошли озеро Безрыбное, а через 5 минут дошли до безымянного притока реки Дорогуча. Сейчас здесь сухо, а вот весной, когда половодье, этот приток выходит из берегов и затапливает дорогу. 16 часов 45 минут. Продолжаем двигаться. Дорога такая песочная сейчас. Песка очень много. Потому что это основная дорога. Ну, пока идет вроде нормально. Затем на дороге мы встретили безногую ящерицу, которую зовут веретенница ломкая. Внешне она похожа на змею. Средой обитания этих ящериц являются леса. Они живут в смешанных и широколиственных лесах, на лугах и опушках. Хотя эта ящерица и имеет внешнее сходство со змеями, она медлительна и даже неповоротлива. Когда веретенница ползет, она изгибает волной тело и хвост, но движению мешает костный панцирь. Она не только плохо плавает, но еще и плохо охотится из-за своей неповоротливости и слабого зрения. Питается веретенница такими же медлительными существами, ведущими полуподземный образ жизни, дождевыми червями и слизнями. Веретенницы проводят зиму в глубоких ямах. Глубина таких убежищ достигает иногда 70 сантиметров. А наш поход подходит к концу. Мы выходим в поселок Кузьмияр. Всего мы прошли 35 километров и 700 метров. Поход получился очень интересный. Впервые мы порыбачили на озере Безрыбное и Красное. И убедились, что там рыба есть. А также увидели для себя новое лесное озеро Шумское, которое очень труднодоступно.